Чапаев. Да подожди, ты сейчас спустимся. Ну она стоит же. И куда ты пойдешь-то? С моста ее будешь доставать? Сейчас прям с моста кину. Да ты с моста ее на мост не подымешь. Он спустился вниз. Где ты ее видишь-то? Где ты ее? Где? Под кустом булькалось, когда на мосту стоял, видел. Так, вот бобры соорудили плотину. Так они вот и углубляют это самое. Стрынчили еще те. А что, мостик не сделали, да, переходной? Дай-ка мне сюда на плотинку мне. Всего наволокли. Чтобы не проткнуть. Так, еще можно встать? Осторожно, осторожно. Ждем, пока немножко отойдет кто-то. И кидай под кустики, ты уже что-то. Он курит. Матрос. В нос. Ну, тут плыви, туда не плыви, тут плыви. Тут вот мелко. Кто это? Она, наверное, она издалека пришла-то. Нашла шва. Из последних сил. Дрюха, вообще чуть опять, как в детстве, не испугался. О, опять было. Вот она, вот она. Санька, будешь пивко? Ну, за маленького кушка.
С другой стороны у тебя. Нос везде. Гады имеют меня во все дыры. Все ноздри. Дядя Ваня портится. Дядя Ваня портится. Да, такая вчерашняя. Ага. Вчера... Как ты ее так, блин? Это она так... Воблер-то поймал я, нормально. Вот это юмор. Юмор в коротких штанишках. Да ладно, она маленькая была. Сколько у нас еще таких будет? Ну что? Чего-то надо делать. Женя, что-то надо делать. Женя, ты не скажешь, что рыба не Даженька? Это был окушок? У тебя-то? Это вот та, которая мелкая была. Только ты давай как-то по столу, не ось. А мне как? А вот как-то ты... Как-то надо тренироваться, Андрюха. Да, и на озеро не пойдем, будем неделю заниматься домашними делами. Все. Отплываем от Павловской, называется. Веселый перекат. Сейчас подниму его. Ты вытащил уже, нет? Снял? Я за тобой там подплыву. А вот тут мутная вода. Я сегодня не снимаю, как я ловлю. Да вообще, как кто ловит, не снимаю. Просто прогулка. Рыба сниматься не хочет. Выманивает? Что, опять будет целовать и отпускать? Ну чё? И за борт её бросает. Толпу. Вот. Второй бобровый. Там Андрюха ругается. На бобров. Вот моя удочка сейчас зацепится и останется. А вот Женька сейчас тоже будет. Хорошие тащиться. Ребята эти будут. Хорошие. Согласен. Согласен. Все, иду за спиннингом, иду.
Опа, опа. Ну, воняет действительно, блин, вообще. Струё ихней воняет. Каскадов наставили. Мухи наподнимали мы тут. Все, больше нету. Но мы здесь были. Мы вас уже ждали. Ты мне под нос болтовин, я-то не ценитель. Мой сапоги. Мой. Да. Железо из земли русской. Наверное, медная руда. И все. Алмазы, золото. Копия царя Соломона. Золото Колчака. Да. С Байкала привезено. Что еще здесь может быть? Да все. Все, что да. Все, что надо было, все свезли сюда. Не вернее, все, что не нужно было. И прикопали его. Это плы выделяется. Теперь это все выделяется. Ржавеет. Давай бахнем место, хорошее, конечно. Тут кругом хорошее место должно быть. Только что поймал опять щуку. Говорил Александру поставить воблер, никак не хотел. А я тут очки мерил. Поставь нужный. Надо вытряхнуть его. Все, вытряхнем. Лошарик. Держи барбацуса. Берега стал кашу. Никогда так не ходил бы. Побыстрее. Это странно. В назначенном месте нет, да, у него ничего. Задом наперед поехал в пароход. У него там это самое, измеритель глубины. Опущенный ход. Ну что, идите, сэр. И ловите. Когти от этого бобров. Да,
Сейчас увижу. Нет, тут медвежьих следов нет. А ты вот так вот сделай. Так, нужно иногда делать. Все, приходится делать самому. Аквариум. Аквариум пуст. Ну чё не кричишь-то, не у-у, не у-у. Короче, люди, вот такую тушенку не покупайте, хоть и высший сорт. Ну я не видел этих самых прожилков. Ну этих мясных этих. Вот он с говядиной. Здесь говядины больше, чем в этом самом. Чем в тушенке. Оп, оп, оп. Так всегда. Больше на окна попросту. А вот супец всему писец. Вот такое место мы тут оприходовали, посидели, супчик поели. Много-много ельчиков. Этот вообще извращенец ловил на удочку, прикиньте. Мы сюда пришли со спиннингами, а он на удочку ловил. Да, Жень? Да, я тоже внес свой вклад. Я утопил ложку. Да, потери сегодня есть. Ну, никогда такого не было, чтобы что-то тут не терялось. Это пускай будет это самая тяжелая потеря. Я думаю, что лучше так легче. Thank you.
Дал он приз. Давай уже. Все, ловите, она здесь. Я ее выгнал веслом из травы. Мусор поднимает. Пляж считает камни. Как ты узнал, что наша? Я не говорю. Откуда? Люди купили то же самое. Хотя, наверное, нет. Но она приплыла, наверное, не утонула. Да птица принесла, она же не могла ее. Обычно. Хороший он когда в пакете. Подходи, я перепишу его там. На. Опа.
Там одно место дурацкое. О, господи. Водяные танцы, блядь, убивают больше всего. На озере так не попляшешь. Да, там не выйдет так с деревьев. Чё говоришь? Нашу? Вот же гад. Ходит в нашей стороне. Досада. Женька наконец-то поймал то, за что надо. Да это она на видео снимает, а так. Ну тут все бешеные идти. Это от жары. Да, здесь удар. А, ножом порезать ветки. Он поломал только смог. Поломал бы больше, было бы лучше. Вот она черемуха, которая цвела. Мимо нее так проходил, в фильме она есть. Вот уже и ягоды. Но мало. Цвету было больше, чем ягод. А он все равно норовит. Норовит уйти. Спинник. Так понял. Так, ну если еще рубить пойдет, да? Не, ну как-то по ней прошел. Наломал, наломал и прошел. Развернусь и тебя заберу. Не хватит длины.
приподнимай. У нас стоило только заколдырить. Тихо, ты катушку сними. Вот и все. Так, здесь не надо колдырить, блин, по этим. Ну его только, скажем так, да? Ну же действует. Работает. Действует, задействует. Покажи женщину добычу. Смотри, кто-то ее кворал, кромсал. Это скопа? Где? Когтями. Скопа? Да, она. А ты как думал? Ну, Женя, поздравлям, ба. Выпрямил крючки, смотри. Да, закривил Подожди пока, не греби. Ну, подальше отойдем, обкидывай. Перспективное место. Женя, не плыви, бросай. На озере наплаваешься. Специально, чтобы бобрам легче было скатываться. Здесь должна стоять. Ох, не могу. Сейчас еще будет поход в гору. Шикарно. Готовься, настраивайся. Хорошо, что хоть там половилось. Вопрос, сколько он простоит. А подсак? Хороший.
тусов. Ребята, это все от лукавого, вы тут все что-то кидаете, блин, продолжаете что-то делать. И что, не будем? Доска зачем-то непонятно брошена. Чтобы не попал там тащить. Что там у нас? Надо все это. А, там топорик еще. Пошел наверх. Смотри-ка, помоги ему там лодку. Сейчас. Потащить. Печка топится. Что-то варится. Местный таксист нас решил все-таки подвезти. Есть добрые люди у нас. Так что все нормально.